26 декабря запомнился обильным снегопадом, пробками в 10 баллов и многочисленными ДТП. На протяжении нескольких часов непрерывно падал снег. Это сказалось на интенсивности движения. На дорогах было скользко, что и привело к росту ДТП. В Гродненской области сотрудники ГАИ 52 раза выезжали на столкновение автомобилей. В Гродно было оформлено 41 ДТП. Из них 16 по европротоколу, сообщили в пресс-службе управления ГАИ региона. К счастью, тяжелых аварий не было. Был введен специальный план «Погода». На дороге региона были выведены специальные экипажи. Самыми аварийными местами стали улица Маслакова, кольцевое пересечение улиц Горького и Дубко, а также перекрестки, спуски и подъемы. На данный момент на территории области плюсовая температура и снег активно тает. Госавтоинспекции будет дана правовая оценка работе дорожных и коммунальных организаций в части реагирования на осложнение погодных условий. Несмотря на то, что снегопад был обильным, температура воздуха оставалась плюсовой, удалось избежать большого количества травм. В травмпункт БСМП обратились всего 3 человека. Двое ночью и один днем. 28 декабря в городе будет преобладать облачная погода. Местами кратковременные осадки, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 4, плюс 1, днем минус 2, плюс 3.